Черви, ножевые бои и некоторые пикантные сюжетные решения, в «Дюне 2» было все, кроме сцен с участием этого актера. Вот почему вы не увидите это знакомое лицо на песчаных дюнах Арракиса. В то время как «Дюна 2» кажется ошеломляющим успехом у критиков и в прокате, не каждому актеру, которому посчастливилось получить роль в фильме, удалось войти в его постоянно растущее внимание или, если им удалось пройти прослушивание, даже пожинает плоды награда за появление на экране в эпические часы дерзких поступков. Тим Блейк Нельсон, который должен появиться в качестве лидера в предстоящем кинематографическом фильме Marvel-компания Captain America Brave New World, рассказала журналу Anthem, что у него есть, но его сцены были вырезаны из окончательной театральной версии, оставив его без единого клипа, который можно было бы показать за его усилия. Не было подтверждено, кого он играет в фильме, но Anthem спросил Нельсона, была ли его роль графа Фенринга. Его ответ на вопрос был уклончивым. Похоже, он подтверждает, что персонаж был его. «Я не знаю, что мне можно сказать. Я гордился тем, что сделал, и мне жаль, что не снимался в фильме». Это было совершенно неконфликтной ситуацией. Дени Вильнёв — отличный парень. У нас прошел замечательный разговор. Он был очень изящен, информируя меня об этом. Мы оба жаждем вновь сделать что-то вместе. Фокус фильма как будто сместился, когда Вильнёв решил больше внимания уделить Бени Джезрету. Зрители не узнают, какую роль он сыграл, пока фильм не выйдет в цифровом формате и удаленные сцены не будут вновь включены, что, возможно, никогда не произойдет, так как Вильнёв заявил, что не будет публиковать удаленные моменты. В любом случае, Нельсон явно не обижен на решение Вильнёва исключить его персонажа из «Дюны. Часть 2». Он сказал Anthem: «Я участвовал в сцене, но этой сцены в фильме больше нет. У меня было действительно классное камео. Это была забавная маленькая роль. Как бывает, кино длинное, вырезают. Меня разбивает, но без обид. Мне понравилось, с нетерпением жду новую работу с ним». Возможно, Нельсон не вернется в «Дюну», но может быть более важной роль для него и графа Фенринга. Логично снять финальный фильм, вернуться на Арракис. В фильме появляется его жена, леди Марга Фенринг. Граф Фенринг – ключевой персонаж последних частей книги, союзник императора Шаддама IV. В конце концов, он заходит в бой за своего императора. Хотя Нельсон может быть утешен, факт. Не только его работа и второй части не будет видна. Свен Маккинли Хендерсон также удален из фильма. Перховат появляется в фильмах. «Дюна» 2021 года должна была появиться во втором фильме, но Вильнёв сказал Entertainment Weekly, что сцены с Хендерсоном были вырезаны. Одно из самых трудных решений, которое ему пришлось принять, будучи режиссером при монтаже окончательного среза фильма. «Одним из самых болезненных решений для меня был Туфир Хават. Это персонаж, которого я абсолютно люблю, но я решил в самом начале, что буду делать экранизацию Бени Джезрита. Это значило, что ментатов меньше, чем должно быть, но это издержки экранизации. «Дюна. Часть 2». Более насыщенное действие – еще одна причина сокращения ролей персонажей, так как у «Дюны. Часть 2» уже есть официальный хронометраж, который бьет рекорд Вильнёва. Понятно, что что-то должно было уступить. Хотя трудно терять любимых персонажей по пути, сложно спорить с успехом «Дюны. Часть 2». Надеюсь, актеры появятся в возможном третьем фильме.